Вітаю глядачів телеканалу «Репортер» в нашому ефірі студії. Я є ведучий Юліан Аксьонов. Сьогоднішній мій гість Сергій Варламов, голова Одеського осередку Національного корпусу. Вітаю вас, Сергій. Привітаю. Сьогодні говоримо про вашу ініціативу, а саме ви подали позов проти мерії щодо пляжних правил. Я правильно розумію? Все правильно, да. Що це собою взагалі являє? Да, нужно немножко объяснить. На сегодняшний день введены определенные нормы законодательно на территории всей Украины, нормы эксплуатации, правила эксплуатации пляжей. И до этого их, по сути, не существовало. Существовали местечковые правила, которые вырабатывались местными органами самоуправления. И у нас есть пляжные правила 2007 года, которые на тот момент были актуальны, но сегодня свою актуальность утратили, ими начали злоупотреблять, и благодаря этим правилам сегодня половина нашего побережья заставлена различными там, топчанами, деревянными конструкциями и даже сваями. Именно поэтому для того, чтобы законным путем, на законных основаниях демонтировать все эти конструкции, нужно отменить эти правила, которые на сегодняшний день не соответствуют действующему законодательству. Именно поэтому мы сперва обратились в Одесскую мэрию для того, чтобы, ну, как бы с просьбой, что, мол, друзья, нужно адаптировать под центральное законодательство данные правила, в связи с чем не получили никакого ответа. Именно поэтому уже за этим последовала такая наша реакция. Мы подали обращение в суд, это обращение зарегистрировали, и через несколько месяцев у нас уже состоится судебное разбирательство по данному вопросу. Ответчиком будет выступать сторона городского совета. Позитивное решение в данном судебном процессе позволит нам, как я уже и сказал, повторюсь, на законных основаниях очистить большую часть конструкции, которая находится на побережье, на абсолютно законных основаниях и сделать все пляжи города доступными для одесситов. А вы наполягаете на каких самых нормах? Я за то, чтобы временные конструкции, согласно действующему законодательству, все временные конструкции не должны находиться на пляжах. А согласно правилам 2007 года, временные конструкции имеют право там находиться. Соответственно, вот мы сталкивались с ситуацией, допустим, когда мы проводили акции на 16-й станции Большого Фонтана по Золотому берегу, мы демонтировали конструкции, на тот момент еще не было никакого паспорта пляжа. Однако после порядка 2 месяцев боев за этот пляж, приходит, по сути, городской совет и заявляет о том, что они выдают паспорт пляжа на законных основаниях. И оказывается, сваи, которые вбивает в пляж арендатор, в песок, по сути, они являются временными конструкциями. То есть это те конструкции, которые якобы он уберет после пляжного сезона. Как бы мы понимаем все прекрасно, что вдоль всего побережья такая история, и вот такая лазейка в законодательстве на данный момент позволяет им на полузаконных основаниях их, по сути, туда вбивать. Мы хотим практически выбить вот эту лазейку из-под ног как и городской власти, так и недобросовестных арендаторов, для того, чтобы можно было всю эту историю демонтировать и вернуть полностью побережье одесситам. Вот так. А щодо фактичного поділу, коли є в нас 70% – це орендар, він там свої послуги надає, і 30% буцімто вільне, але ми знаємо, що в реальному житті це не працює. У нас є законодательство, а є там практика законодательства. Практика у нас, к сожалению, негативна. Ви бачите, що відбувається. Поэтому против ли я коммерции на пляжах? Да, в принципе, нет. То есть я только за то, чтобы пляжи были доступны для одесситов, потому что, как вы знаете, есть ряд пляжи, которые просто закрыты. Если ты не оплачиваешь какие-то средства за вход, то ты не можешь получить доступ к морю. То есть это запрещено законом, этого не должно быть. Это первое. Второе. Мы против оккупации пляжей этими шезлонгами и так далее. То есть одесситы часто сталкиваются
сталкиваются ситуации, что ты приходишь там на пляж и ложишься возле, допустим, этих там топчанов, да, и людей просто выгоняют оттуда, по сути. Естественно, что недобросовестные арендаторы действуют закономерно. Они выстраивают, оккупируют таким образом пляжи этими топчанами, и по закону, если отменить пляжные правила 2007 года, это нельзя будет делать. И именно поэтому, когда человек приходит конкретно, одессит приходит на пляж, и, допустим, он хочет воспользоваться платной услугой, да мы же не против. Мы только за развитие малого и среднего бизнеса. Но это не должно быть в ущерб другим людям, которые отдыхают на, по сути, на наших одесских пляжах. То есть это позволит сделать так, чтобы выдавали те самые топчаны непосредственно по, скажем так, нужде. То есть если человеку нужно, он его берет, ложится, там, он отдохнул, он уходит, а не забивать все побережье ими. То есть можно часто столкнуться с картиной, когда ты приходишь, а половину этих топчанов, они же пустые. Они же пустые, и они не дают людям возможности отдыхать на тех частях пляжа. И по сути получается так, что одесситы просто ютятся на вот этих якобы бесплатных участочках. Там, ну, все это видели, это выглядит просто ужасно. От этого надо избавиться. На ваш погляд, скільки відсотків повинно бути у орендаря від пляжу, я маю на увазі? Смотрите, тут же вопрос не в том, сколько процентов. Мы не против того, чтобы это было даже, условно говоря, 70%. Хотя я склоняюсь больше к 50%, объективно. Вопрос в том, как он эксплуатирует данный пляж. То есть, если он является недоступным для других одесситов, если он баррикадируется, ставит какие-то железные конструкции, не дает другим людям, ограничивает доступ других одесситов к данному пляжу, это незаконно. И это надо пресекать и прекращать. То есть проблемы в том, чтобы люди, условно говоря, оказывали какие-то коммерческие услуги хоть на всем побережье, в этом проблемы нет. То есть если это какие-нибудь там, я не знаю, какие-то, к примеру, продажа там, напитков различных и так далее. В этом же это не в этом проблема. То есть на это никто не жалуется. Жалуются непосредственно на то, что ограничивается доступ. Вот в этом проблема. Нужно от этого избавиться, и тогда проблемы в том, что предоставляются какие-то коммерческие услуги, ее не будет. То есть я такой проблемы именно не вижу. Вы за сервис та послуги, які не нав'язуються відпочивальнику? Да, 100%. Спасибо за наводящий вопрос. На самом деле, да, так и есть. То есть без навязывания. То есть чтобы человек мог прийти, он захотел воспользоваться той или иной коммерческой услугой, он воспользовался. Если нет, то нет. А по сути, мы понимаем сегодня совершенно обратная сторона этого вопроса. Від пляжів до забудови один з найрезонансніших таких ділянок, тема така. А корти тенісні, що поблизу Алеї Слави. Як ви вважаєте, що це взагалі так? Люди собі грають у теніс, там є і діти, є і школи різні, секції. Тут приходить забудовник, каже, всі на вихід, я тут буду. Так, к сожалению, в нашому місті є крупные строительные кланы, которые определяют на сегодняшний день будущее нашего города. Они, мы уже говорили на самом деле на прошлом эфире об этом, что они выбрали, как мне кажется, неправильный подход развития Одессы. И у них все очень просто. У них есть 5 лет, за которые они должны, скажем, забрать под разными поводами, причинами и руководствуясь разными там соображениями, документами, забрать максимум земельных участков. Это, в принципе, их основная задача. И это нужно немедленно останавливать. В ситуации с кортами, это там 100 метров до моря, это зона рекреации, это парк Шевченко, это зона, которая по закону, она подлежит именно, она идет под спортивные нужды, то есть там по закону должны быть исключительно теннисные корты. На сегодняшний день у застройщика отсутствует любая документация, которая позволила бы ему возводить что-либо, кроме теннисных кортов. Однако из средств массовой информации нам известно, что конечные бенефициары имеют прямое отношение к президентской партии «Слуга народа». Один из конечных бенефициаров уже не первый раз размещает господина президента в своем отеле. Именно поэтому мы видим, что этот беспредел, несмотря на то, что недавно местные жители добились ареста данного строительства, мы видим, что строительство как бы продолжается. Поэтому также хотел прокомментировать строительный беспредел вообще в целом в стране. Год назад президент заявил о том, что
у нас будет реформа ГАСК. ГАСК – один из самых коррумпированных органов в стране, и он отвечает именно за хаотическую застройку, в том числе в нашем городе, естественно. И реформа ГАСК предполагала под собой сокращение коррумпированности, бюрократизации данного органа. И вроде как прекрасная инициатива. Но на то время, пока эта реформа конструируется, был введен мораторий на проведение проверок тем самым ГАСКом. Соответственно, дан, по сути, зеленый свет всем застройщикам по всей стране на хаотическую застройку. То есть, пока у нас якобы конструируется реформа, у ГАСКа отсутствуют контролирующие надзорные функции, и они не могут проверять как бы строительство. То есть, мы понимаем, что, по сути, главный государственный орган, который должен контролировать и останавливать застройщиков, на сегодняшний день не работает. И по заявлениям партии «Слуга народа» данная реформа должна была быть введена окончательно этим летом, зная, что все уже готовились, что вот в июле уже будет новые созданные государственные органы, которые будут контролировать этот вопрос. Но мы видим, что на сегодняшний день уже октябрь, и до сих пор ничего не создано. И складывается впечатление, что не создано именно потому, что строительное лобби, которое находится вблизи, скажем так, окружения президента, им очень понравилась данная реформа, точнее отсутствие ее реализации. Вот примерно так. Дуже гарна фраза, дано зелене світло у всіх сенсах цього слова. Согласен. От що цікаво, якщо ви помітили, перед виборами, за неофіційними даними, пройшла така інформація, буцімто в Одесі призупиняються усі великі будівництва, а Дабі дуже показово ходив і проводив перевірки, і тільки за перший тиждень, якщо не помиляюсь, було виявлено 26 нелегальних забудов. Угу. Що це така за, що це за намагання з одеситами пограти у реальну владу в місті? Ну, на самом деле, я тоже это слышал, и вполне вероятно, что такая ситуация действительно есть. Но, к сожалению, мы же понимаем, что это делается исключительно перед выборами. И выборы закончатся, и это все продолжится. Кстати, вот Лидерсовский бульвар 9 – это адрес застройки теннисных кортов, а Лидерсовский бульвар 13 – там, как вы знаете, находится небезызвестная дача Морозли. И сейчас появилось огромное количество информации, которую мы проверяем, уже понимаем, что она соответствует действительности. Данный важнейший памятник архитектуры тоже планируют застраивать. Так же, как и в свое время уничтожили масонский дом, также уничтожили и дачу Докса, также и пытались уничтожить и дом Гоголя. Но я понимаю, что, к сожалению, если это сейчас немедленно не остановить, то мы потеряем очередной важнейший объект архитектурного исторического наследия в городе. Поэтому мы уже говорили, и хочу повториться, что город спасет одно простое решение. Это мораторий на застройку исторического центра города, а также зон рекреации. Именно потому, что мы понимаем, что центр города, исторический центр города, нужно просто убрать из орбиты влияния одесских застройщиков и немедленно разработать концепцию масштабной ее реставрации. То есть на сегодняшний день есть концепция реставрации исторического центра, она прописана до 2022 года, и на данный момент очень сложно оценить ее эффективность, потому что даже на сегодняшний день в городском бюджете не нашлось средств на реставрацию, на проведение реставрационных работ в доме Гоголя. Вот примерно такая ситуация. Уявімо собі ситуацію, коли цей мораторій працює. Забудовник йде у спальні райони чи навіть у передмістя. Скажіть, будь ласка, от тоді, коли він розриє котлован, покаже гарний проєкт, от тут буде досить пристойна, гарна будівля, там навіть буде школа, дитсадок, як кажуть, реально цього немає. Чи є дієвий реальний механізм контролю цього забудовника з боку городської власті? І місцевої власті, і місцевої влади. Влади, так, та місцевих жителів. Ну, що стосується місцевих жителів, абсолютно точно, що все на просто 150% залежить від них.
То есть от того, как они будут на это реагировать. Если люди не будут реагировать, они не получат результата. Что касается местной власти, у местной власти достаточно рычагов для того, чтобы это сделать. Более того, есть определенные договоренности, да, которые там заключает официально городской совет с данными застройщиками. И даже в случае, если застройщик построился, но не, скажем, он не реализовал условия договора, то у местной власти есть все, в принципе, возможности и юридические основания для того, чтобы в судебном порядке добиваться того, чтобы он все-таки выполнил данные условия. Поэтому, конечно, есть механизмы контроля, отсутствует просто политическая воля. И все это абсолютно реально. И когда говорят о том, что якобы у городской власти не хватает для этого сил, я думаю, что это неправда. У городской власти достаточно сил для того, чтобы обязать застройщика выполнить все обязательства, данные им городу. Вот так. Я знаю, що в вашому, так би мовити, доробку є такий гарний, як то модно казати, кейс по захисту будинку з однією стіною. Розкажіть про цей досвід. Ну, на самом деле, это как мы, как национальный корпус, так и огромное количество небезразличных одесситов, общественных организаций, возможно, даже были политические партии. То есть это была масштабная общественная протестная акция. Тогда недобросовестный застройщик решил, по сути, застраивать дом с одной стеной, нарушив целостный архитектурный ансамбль, который там сложился и который делал, по сути, это здание уникальным. То есть это абсолютно варварская застройка, и я просто не понимаю, как у людей, ну, объективно поднялись на это руки. И я имею в виду, конечно, и самого застройщика, и местную власть, которая ничего с этим не сделала. Но, по сути, тогда все определило именно то, что вышло огромное количество людей. Объективно, ну, то есть мы останавливали эту застройку физически, и она до сих пор остановлена. Только, конечно, к сожалению, не демонтированы все вот конструкции, которые там остались. Сейчас подавали обращение по этому поводу, но как бы сторона застройщика там рассказывает о том, что они делали все на законных основаниях и так далее. Но на самом деле я считаю, что вообще в принципе, что у местной власти сегодня тоже хватает полномочий, хватает функционала для того, чтобы демонтировать то, что там осталось. Но в целом застройка остановлена реально. Дом с одной стеной на сегодняшний день до сих пор не застраивается туда. Если приехать в сезон на то место, можно увидеть огромное количество туристических кабов, которые курсируют туда-обратно в большом количестве. То есть мы еще можем это показывать туристам. Мы отстояли, по сути, очередной объект архитектурного наследия. Но, к сожалению, вот таких вот моментов с варварской застройкой города, их все больше и больше. И вот та же ситуация с масонским домом. Обещали там, новый владелец обещал провести реставрацию с сохранением аутентичности. В итоге довел здание до разрушения, и просто масонский дом фактически сейчас просто рухнул. А бачите, в чому проблема? Успіх, він є. Будівництво призупинено, але тільки силовими методами. Да, к сожалению. Вот мы тоже часто сталкиваемся, наша политическая сила часто сталкивается с вопросом, а почему там мы постоянно, условно говоря, там ломаем эти заборы, почему всякие вот такие вот силовые методы? Потому что мы сталкиваемся с тем моментом, что первое, это то, что действительно оказывает влияние, позитивное влияние, это то, что вот по крайней мере, из того, что было, одно из самых эффективных рычагов давления, скажем так. И, конечно, проблема в том, что это самый резонансный и медийный метод. То есть одно из главных оружий, помимо самого силового воздействия, это, конечно же, медийность. То есть очень важно добиться того, чтобы большое количество людей это увидело. И именно силовые акции, конечно, они привлекают самое большое количество внимания. Именно поэтому мы этим активно пользуемся. Наша задача основная – это создать резонанс вокруг этого дела и дальше уходить уже в юридическую плоскость для того, чтобы просто у судей, которые занимаются этим вопросом, рука не поднялась, скажем так, выдать, в общем-то, пойти на определенные уступки в стороне застройщика, в общем-то. Вот так. Дякую вам, Сергій, що завітали до нас. Дякую за дуже цікаву бесіду. Я нагадаю, що в нас у студії був Сергій Варламов, голова Одеського осередку Національного корпусу. Залишайтеся з репортером. На все добре.